дают. Первый удар по мячу проведет воспитанница спортивной школы Высокогорец, серебряный призер чемпионата России по 2006 году Арина Паутова. Составы команд. Команда Тюмень. Номер 1. Овязин Михаил. Номер 14. Ашаулов Никита. Номер 8. Машинский Владислав. Номер 15. Бек Александр. Номер 4. Бирюков Максим. Номер 11. Карпов Данил. Номер 7. Людяков Илья. Номер 9. Мосов Юрий. Номер 55, Титанин Иван. Номер 5, Татаур Виктор. Номер 23, Шакуров Павел. Запасные игроки. Номер 73, Федин Егор. Номер 20, Артемьев Иван. Номер 12, Абдюбахин Вячеслав. Номер 22, Дмитрий Матвей. Номер 17, Уголев Олег. Номер 10, Котляр Никита. Номер 77, Радаев Богдан. Главный тренер команды. Тренер Виктор Владимирович. Тренер по вратарям. Бабанов Владимир Владимирович. Тренер Семенов Алексей Борисович. Тренер Тишман Константин Викторович. Врач Владун Сергей Валентинович. Начальник команды Лебедев Валерий Валерьевич. Команда «Спутник» или «Тагир». Номер 1. Сабуров Владимир. Номер 9. Разбегаев Павел. Номер 7. Рафаэль Никита. Номер 3. Башаров Михаил. Номер 23. Колтышев Егор. Номер 17. Пырин Максим. Номер 11. Рыболовлев Максим. Номер 8. Семечко Сергей. Номер 15. Пильский Александр. Номер 10. Шим Андрей. Номер 5. Яшкин Максим. Запасные игроки. Номер 77. Немчинов Антон. Номер 2. Варин Алексей. Номер 12. Сабим Зазе. Саля. Номер 4. Горохов Евгений. Номер 21. Карташов Данил. Номер 13. Сананов Алексей. Номер 14. Чехов Павел. Главный тренер команды. Выклугаев Павел Юрьевич. Исполнительный директор Утлугаев Юрий Павлович. Тренер Ражалкин Сергей Васильевич. Врач Чепизов Анатолий Михайлович. Генеральный директор Ионов Сергей Иванович. Матч обслуживает судейская бригада. Главный судья Илья Вадим, город Пермь. Первый помощник Акимкин Артем, город Пермь. Второй помощник Осколок Игорь, Садов.
Гектор, Яспюхин, Михаил. Город. Thank you.
Походил вот так.
Давай!
Сергея сегодня день рождения. Пожелаем ему успехов в спорте и забить сегодня гол. Что стоите-то, блин?
Давай!
Я также включаю камеру, там никак не попасть. Он мне скажет, когда выключу. Я спущусь по-быстрому и проеду по-быстрому. Так не, я в любом случае выключаю, когда свисток будет. Так что, как же. Yeah.
Что бросил до пирота? Что было? Давай, вот парень, подожди,
Если вы вышли из игры, номер 7, Лукьянова и Бьянка, вы будете делать. Номер 17, Долгая Халева. Место выпавшее из игры, номер 5, Туров Виктор. В игру вступил номер 12, Бардыбахтин Вячеслав. Thank you.
Thank you.
просто выбывший из игры. Номер 15, Минский Александр. В игру вступил. Номер 2, Варин Алексей. Yeah.
Я также тогда на баскетболе начала чухать, потом ваши. Thank you.
Они урали с МТ замену. Место выбывшее из игры. Номер 7. Вахмянин Никита. Уступил. Номер 4. Горохов Евгений. Из игры номер 11, Рыболовлева Максим. В игру вступил номер 12, Габиб ЗД Олег. Вместо выпущенной из игры номер 15.
Грим Александра в игру вступил. Номер 10. Котляр Никита. Thank you.
Дани Урали СНТ замена. Вместо выбывшего из игры. Номер 8. Химичка из игры. В игру вступил номер 14. Чехов Павел. В команде Тюмень замена. Вместо выбывшего из игры. Номер 55. Сметанина Ивана. В игру вступил. Номер 22. Дмитриев Матвей. Из игры номер 7. Паша, персонально, Паша! Паша, сыграко! Наверное, что Я вижу, ой, какой киномеханик.
повезло и нам. Я просто хотел показать, что она пакет. Серёж, ты мне вот на сообщениях включи, пожалуйста, этот. Ну давай сейчас закончится. Ну, звук этот. Что мне уже все задолбали. Но дождя почему-то нету. Дождь был с утра. Смотри, напугал его зонтом. Сегодня играть. Не, ну а я, ты же не будешь тут играть? На фэл? А? На фэл, нет? Нет, да. Команда сегодня играет, спутник, Нижний Тагил. Урале же.
Это уже делаю. Какой раз я уже? Второй раз? Ага. Начало. Все запутано. Секрет. Опа! Надо было давать желтую! Вторую! Матч под не зайдет. Не зайдет? Пожалуйста. Ой, пробил. Yeah.
пошло. Я специально жду, когда ты скажешь это. Я там разрешу там взяться. Да?